Вон он! Блин! Ух ты! Вау! Ребята! Бенди провалился вниз! Летит! Только что! Вау! Это Алиса! Вместо куклы Поппи! А у нас руки Хаги-Ваги, и за нами идет бабка Гренни! Круто! Вы такие, не трогай нас! Бабушка, мы не ели твои блинчики! Достань с трусов вторую руку, мы ее не видим, не могу понять, где она. Я на него сейчас сброшу эту коробочку. Интересно, как он будет вниз лететь. А-а-а, блин! А ты сможешь подписаться и поставить лайк за 3 секунды? 1, 2, 3. Молодец, спасибо. Ты настоящий искатель приключений. Смотри, кем стал Хаги-Ваги. Привет, друзья, вы на Валеришка Плей. Поехали смотреть, ребята, показываем вам самые крутые моды Poppy Playtime. Да. Берем руку. Так, смотрите, здесь у нас не просто рука, здесь у нас рука с топориком. Ну, кто догадается по топорику, с кем мы будем сегодня сражаться? Я даже так, не знаю. Отправляемся сейчас через турникет. Давайте подумаем, ребята. Не могу перепрыгнуть, пойду коробку возьму сейчас. Ты слишком жирный. Слишком жирный, ребята. Папа, ты перепрыгнуть не можешь, вот такую вот. Я не только жирный, я еще и кривой. Я не могу нормально коробочку положить. Уиу! Бросаем, друзья, и проходим. Ну что, вы готовы? Итак, смотрим внимательно, кто сегодня против нас. Кем стал Хаги-Ваги? Вау! Бенди! Это Бенди! Ребята, погнали! Помните, у нас был топорик, смотрите, игра принимает реалистичный такой вид. Очень-очень бендивский. Играет музыка, как в Бенди. Помните эту игру? Ребята, круто! Сегодня очень много крутых персонажей Бенди и не только. Оставайтесь с нами, досмотрите до конца. Поехали! Знаете, что эта музыка означает? Что мы все тут помрем. Да, это означает Бенди Playtime. Так. Так, все. Давай сюда ключик. Погнали. Киси-миси. Бенди! Воу! Ребята! На тебя плохо! Ничего себе! Тут, блин, впору обкекаться. Убегаем! Ай-яй-яй. Какой же он красивый, друзья. Круто, это из последней части Бенди. А он будет вот так вот ползти по стенам? Не знаю, сейчас проверим. Валим, валим, валим. Папа, вали, вали. Сваливаем. Видела, видела, вон он. Здоровский, он куда-то убежал. Бенди, выходи, подлый трус. Так, убегаем. Она сейчас догонит. Не догонят, пока никого нет. Папа, ну ты так... Вон он! Блин! Етитюшки! Капец просто. Так. Ай-яй-яй-яй-яй. Прыгаем. Оп. Ребята, еще, блин, музыка такая. Спасибо. Спасибо каналам, которые делают такие моды. Папа, сваливай. Спускаемся. Оу, завал. Тихо. Ай-яй-яй-яй. Лера, я вроде помню, куда бежать, да? Потому что мы проходили эту игру. Ты помнишь? Да, я немножко помню. Браво. Чуть-чуть. Так. Опа. Проникли. Это что было за... Там дверь должна быть, там должно... Да, папа, там подниматься должно. Смотришь? Он что, такой красивый? Вот здесь должно подниматься, да? Красивый какой. Ну что, поймаемся ему? Да нет. Ладно, побежали. Так. Ребята, очень хочется посмотреть джампскейр, как это выглядит у разных персонажей Хаги-Ваги. Папа, у других. Ну, обязательно вам покажем несколько сегодня. Ай, блин, вот вам и первый. Капец. Ну... Как хотите. Пока, ребята, вам объяснял, меня случайно сожрали. Смерть – это ничего. Ничего не бывает напрасным. С добрым утром, тук-тук, Нео. Ребята, просыпаемся. Кто у нас? Смотри, тук-тук, Нео, просыпаемся. Так, ребята, представьте, как будет классно выглядеть Бенди, когда мы его скинем с лестницы. Помните, ребята, ту коробку на него нечаянно уроним? Сваливай, сваливай. Бенди! Опять пришел. Папа! Он что? Прям как мы. Он идет так же медленно, как и мы. Ничего страшного, зато он по туннелям очень быстро бегает. Меня аж вообще захавал на раз-два. Папа. Он сделал из меня игрушку Poppy Playtime. Да ладно. Оторвал бошку и прикрутил. К другой куколке побежали. Да блин, капец, забодал. Страшно. Так. Сейчас опять будет спуск. Опа, ямка, пульт. Так. Сейчас опять спуск. Чего не будет спуска? Потому что он будет перегорожен. На конвейер. Веселые горки. Так, перегорожен. Бежит. Ё-моё. Веселые горочки, веселые. Да капец, тут впору разрыв сердца получить. Какие веселые горочки. Где это место, где коробку нам нужно уронить, Лера? Разрывающиеся горочки. Спускаемся сюда. Нет, по-моему, там же была дверь, которая открывалась. Вот она, да. Иди сюда, красавчик.
Ох ты, как он ползет, круто! Побежали, побежали! Бенди, прощай! Ты был хорошим другом! Так, ребята, папа, давай, мы должны выжить эту ночь, давай, да, давай! Да, конечно! Верим в команду! Давай. Ребята, уу, тупик! Вот. Бенди, нет! Так, сбрасываем ящик. Ух ты, вау! Ребята, Бенди провалился вниз! Ой. Летит, уу-у! Там, а там высоко? Он вообще далеко растворился. Улетел. Так там, подожди, ты видела, какая там высота? Ага. Там с ума сойти можно. Ребята, интересно, как здесь будет выглядеть Поппи? Да. Пойдемте отправимся, посмотрим. А вдруг она будет так, Алисой? Побежали. Не знаю, вообще. Алиса, ты думаешь? Может. А кто был персонажем Бенди, ребята? Был Сэм, был Борис, была Алиса. Алиса. Две Алисы, даже добрая и злая. И кто еще был? Помните этот проектировщик, по-моему? Да. И все, да, вроде? Run, stop, go back. Опа! А игрушки, кстати, такие же висят, походу. Around, забегаем сюда! Это дверь для нас. Wow. О, ребята, мы покинули Бенди мод и отправляемся. Наверное, Поппи Плейтайм будет обычная наша куколка, девочка с хвостиками. Так. Хвостиками. Ребята, мы вам показывали на этом канале тизер, трейлер ко второй части Поппи Плейтайм. Обязательно посмотрите, где вот эта дверь, которая только что... Вау! Это Алиса! Вместо куклы Поппи! Я же говорила, ребята, будет Алиса! Ребята, круто! Маленькая Алиса! Далеко полетел! Далеко упал, друзья! Кто следующий? Гренни! Бабка Гренни! А чё у нас руки Хаги-Ваги? А у нас руки Хаги-Ваги! И за нами идет бабка Гренни! Круто! Мы такие, не трогай нас! Бабушка, мы не ели твои блинчики! Достань с трусов вторую руку! Мы ее не видим! Не могу понять, где она? В штанинах... А, она, короче, ее пришила куда-то. Не, ну вот так вот ходит. Точно. Короче, это называется, если б у Хаги-Ваги было платье. Бабушка, кушать нас будешь? Да. Будем, внучек, кушать, как раз проголодалась. Да. Кто же следующий теперь нас ждет? В кого теперь превращается Хаги-Ваги? Давай, друзья, досмотрите до конца. Кто там? Вау! Да! Это же наш, ребята, из Smile Kids Corporation. Акакий Петрович, наш любимый генеральный директор веселой корпорации, которая нас зомбировала своими смайликами. Я ему хотел пощекотать пузик, но он был против. Нет, поэтому придется бежать. Ну да, ребят. Опа, застыл. Закрываем дверь, валим. Лифт закрывается, троллейбус уезжает. Ну так. Что, Акакий Петрович, как тебе побежали такое? Как тебе такое, Илон Маск? Пробираемся. Акакий Петрович такой... Жесть! Папа, сваливай от него. Капец! Плейтайм. Плейтайм пришла веселая корпорация. На конвейер садимся. Ай, блин! Ну что? Забыл засесть на конвейер. Да-да, нечаянно забыл. Пиз. Так, ну что, сейчас мы должны от него сбежать. Он опять побежать. Вот так и все. Я теперь не ошибаюсь. Нет, так он делать не будет. Да хотя, может, и будет. Да вообще такой с прибабахом, от него можно все, что хочешь ждать. Так, ребята, погнали. Главное сейчас не ошибиться, потому что он очень коварный и очень страшный. Акакий Петрович. Да. Вон он. Бежим. Папа, мы же такие джентльмены. Да вообще, такие, конечно. Так. С руками Хаги-Ваги. И говорим ему, не надо, не трогай. Тупик. Открываем, проходит. Побежали. Вот она, эта дверь. Сейчас она откроется. Папа. Как он красиво ползет на меня. Так, пробираемся. Он так ползет, как будто ему реально трусы к штанам прилипли. Да, ребята, я сейчас добегу. Я на него сейчас сброшу эту коробочку. Интересно, как он будет вниз лететь. А-а-а, блин. Поймал. Ты так быстро бежал, что я даже не знаю. Ребята, если хотите продолжение, поддержите лайком этой серии. Напишите в комментариях, хотите ли вы увидеть новых персонажей вместо Хаги-Ваги. Смотрите все видео на Макс, на Сим, на Play, на Games. И на Family, друзья, не пропускайте. Спасибо, что вы с нами, мы вас очень любим. Всем пока-пока. Нажимайте на следующее видео. Ждем вас там.